сейчас выравнивает, как вот полностью все снег сбивает и приглаживает, и лед делает, а потом лыжи, вот видите, они как по воздуху идут, вот оно делает. Они потом уже как бы. И у них лучше скольжение, лучше результат. Лыжники, биатлонисты, тренерский корпус и администрация училища Олимпийского резерва нарадоваться не могут новому Ратраку, или как его официально называют, Пистенбули 100. Прибыл в Барнаул прямиком из Германии. Его цена для многих может показаться космической – 18 миллионов рублей. Но, как утверждают в училище, оно того стоит. Без такой техники сейчас профессионально подготовить лыжника и биатлониста высокого класса, ну просто невозможно. Техника поставляется этой фирмой во все регионы мира, обслуживают и биатлонные комплексы, и горнолыжные трассы, и так далее, и так далее. Очень надежная в обслуживании, в управлении, качественно сделана. До этого лыжную трассу прикатывали с помощью снегохода «Буран». Приходилось проходить ее несколько раз с помощью нескольких насадок. Занимало это почти всю ночь. С новой техникой – час-два. Ратрак за собой оставляет своеобразное ребристое покрытие. По нему лыжники скользят как по подушке. Когда неподготовленные трассы, во-первых, невозможно поставить технику. И очень быстро устаешь. После часовой работы по обыкновенным трассам, неприготовленным, уже тошнит, грубо говоря, и от этой тренировки хочется с нее сбежать. А после того, как приготовленная ратраком, ну, очень интересно же кататься по трассам, и двухчасовая тренировка, она проходит с удовольствием. Пока техника ночует на улице, но совсем скоро для нее сделают гараж. Ратрак оборудован дизельным двигателем с предпусковым электроподогревателем. Так что с запуском проблем не будет даже в морозы. А опробовать новую трассу лыжники смогут уже в ближайшее время на соревнованиях. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.